Ну, во-первых, СМИ Ростова-на-Дону сообщают, с 28 октября будет курсировать самолет между нашими городами. Вылеты планируются два раза в неделю, по понедельникам и пятницам из Ростова в Пермь, по вторникам и субботам в обратном направлении. 2600 с багажом. Ну и в любом случае, это хорошая новость, мобильность нужно повышать. А тут же перспективное южное направление. Ну и напротив, амбициозное северное. На космодроме Байконур продолжаются подготовительные процедуры к запуску ракеты-носителя «Протон-М». Он назначен на среду 9 октября, вернее, перенесен с 30 сентября. А вот мероприятие, ради которого можно и специально приехать в Пермь. С 12 по 13 октября в Перми пройдет фестиваль «Просвет». На фасаде оперного телебашни и букве «П» покажут световые инсталляции. Еще одну локацию художники пока держат в секрете. Всяческие мероприятия запланированы в течение всего дня, но самое красотище, конечно же, будет в темное время суток. Вот по поводу другого популярного искусства в Перми. Театр оперы и балета предупреждает. Чужой сайт массово перепродает билеты на его спектакли. Интернет-сервис очень похож на официальный сайт театра и этим вводит в заблуждение. Ну, а учитывая цены билета, переплатить может быть очень накладно. 10 октября истекает таки обещанная дата окончания ремонта на пересечении Крупской и Уральской. Все, по-моему, кто здесь обитают, надеются, что это все с благоустройством. Мы, кстати, в их числе. А вот хорошая погода наступит сегодня, вне зависимости от того, ждали вы ее, не ждали. Ну, а наша погода, какая ей вообще на нас с вами разница? В начале новой недели в крае снова потеплеет, правда, ненадолго. Пермские синоптики обещают еще один теплый денек 7 октября. Так, по данным ГИС-центра по ГНИУ, в понедельник территория Прикамья окажется под влиянием теплого сектора циклона, выходящего с Черного моря на восток Центрального федерального округа. Ожидается очередной вынос тропического воздуха. В общем, это я о том, что дневная температура сегодня может подняться до плюс 16, плюс 18 градусов. Ну а далее с каждым днем будет становиться все прохладнее, и к концу недели нас ждет снег с дождем. Дневная температура по предварительным прогнозам опустится до плюс 5, плюс 7. Самое время, по-моему, пойти и написать экономический диктант. Он будет проходить на 9 площадках в Перми и крае. Поможет оценить свои знания по экономике и даже улучшить их. А еще чуть раньше пермяки написали тотальный диктант. В вузах, в больницах, в центре для бездомных даже. Не удивлюсь, если в ближайшее время список этих тотальных дисциплин расширится. Массовости, кстати, ожидают и организаторы переписи в 2020-м. Тем более, что пройти ее можно будет самому на портале госуслуг. Кстати, в прошлый раз, в 2002-м, перепись проводили вот как раз в такие же октябрьские дни, с 9 по 16 число. Тогда, по-моему, у нас переписались и эльфы, и тролли. Интересно, а кто в этот раз будет? Ну, посмотрим. А пока уделите время себе и посмотрите лучшие студенческие спектакли по Волжье на нашем канале. Культурный отдых в середине рабочего дня. Каждый день в 17.00. Ну а прямо сейчас утренний вестник продолжается.